Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 40-м уроке видеокурса Landing Page «Адаптивный дизайн». И в этом уроке я хочу вам показать красивый, прикольный виджет. Это анимированные частицы. Сейчас перед вами открыт сайт, и вы можете наблюдать сзади как бы анимированные такие вот линии, частицы. И если я на заднем фоне провожу мышкой, они как бы преследуют мышку. Видно, да, сейчас? Это красивый элемент дизайна, например, заднего фона, какой-то части сайта. И давайте рассмотрим, как он работает. Также данный виджет вы можете скачать у меня на сайте. Под этим видео будет ссылочка на мой сайт. Перейдете на сайт и скачаете данный виджет. Я вытягиваю его на наш холст в Adobe Muse. И давайте посмотрим настройки. У него небольшие вот такие настройки. Их достаточно, чтобы сделать красоту. Background color. То есть, смотрите, видно даже здесь синий цвет. Это у нас задняя заливка в той области, где двигаются наши частицы. Следующий цвет – это цвет частиц. Пока оставляем как есть. Background opacity – это прозрачность именно заднего плана. Да? Если вы хотите оставить такой цвет, но сделать его прозрачный, то здесь вот тут стрелками можно переключать от 1 до 0,1, сделать чуть прозрачное. Ну и, конечно же, здесь по клику можете задать цвет или отключить вообще цвет. Как у меня в примере, у меня здесь бэкграунд отключен, потому что на заднем плане у меня идет картинка. И Particle Numbers – это количество частиц. То есть сейчас по умолчанию 100 задано. Если поставим 200, нажмем Enter, здесь даже в предпросмотре видно, что они увеличатся. И давайте посмотрим, как это выглядит в предпросмотре. Смотрите, какая красота. Целая куча частиц двигается в одном темпе. И смотрите, что мы можем сделать. Например, мы хотим растянуть на всю ширину, например, нашего первого блока. Вы просто можете спокойно вот так вот перемещать данный виджет. У этого виджета есть маркера. И мы можем задать ему ширину 100%. Например, вы хотите сделать такой блок. Давайте я отключу бэкграунд, а частицы сделаю черным цветом, потому что у нас фон белый, чтобы их было просто видно. И давайте посмотрим, как это теперь выглядит в браузере. Вот такая вот просто мега красотища. Придумайте, как, где это можно использовать на вашем лендинг пейдж. Соответственно, вы понимаете, да, что туда сейчас на задний план под эти анимированные частицы вы можете поместить любую картинку, не знаю, видео, бэкграунд, что угодно, да? Вот и все, в принципе, об этом виджете. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!